Здравствуйте. Новости Самары на телеканале «Терра» в студии Сергей Сергеев. Информационные картины дня глазами журналистов нашей телекомпании. Вести с фронтов борьбы с коронавирусом. Оперативная сводка к этому часу. В рублях подорожал, в долларах подешевел. Эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина. От предупреждения к штрафам. Новый формат рейдов госжилинспекции. Ровно 300. Столько новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Самарской области за минувшие сутки. В том числе 92 диагноза поставили в Тольятти, 78 в Самаре, 14 в Новокуйбышевске. У 262 человек сначала диагностировали ОРВИ и внебольничную пневмонию. 38 болели бессимптомно. Еще 6 человек скончались. Таким образом, общее число жертв заболевания в регионе достигло 830. Всего с начала пандемии в губернии COVID-19 обнаружили у 40 903 человек. 37 599 выздоровели. За последние сутки в целом по России выявлено 16 643 новых случая коронавируса. Из них 9,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 539 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 372 человека. Рекордно коротким оказалось 62-е заседание Самарской губернской думы 6-го созыва 2 февраля. На картинке, кстати, условия, в которых во время пандемии приходится работать журналистам на пленарках. Трансляция с прерывающимся звуком идет по допотопной видеотройке. Плазму сотрудники пресс-центра не включают, а присутствовать в зале заседания разрешено только камерам двух государственных телекомпаний. 16 вопросов повестки дня, 36 присутствующих из 50 избранных в региональный парламент депутатов успели рассмотреть чуть более чем за 20 минут. Ни один из законопроектов, ни полемики, ни даже вопросов у них не вызвал. Правда, депутат Егоров поинтересовался причинами повышения стоимости межевания земель. Глава аграрного комитета Сомов ответил, что цена увеличивается в соответствии с инфляцией. Единственный вопрос, вызвавший молчаливые сомнения народных избранников, разрешение профильному министерству менять размер предельной стоимости работ по капремонту в случае изменения законодательства либо состава услуг. Сразу 8 воздержал. Напомню, что накануне региональный оператор заявил о необходимости повышения взносов на величину до 35%. Наконец, в Самарской области расширяется перечень социальных услуг. Более 5000 подопечных специализированных учреждений теперь могут сохранить за собой заботу соцработников и в стационаре. К детям-инвалидам будут приезжать домой реабилитационные бригады, и для каждого из них программу реабилитации могут разработать индивидуально. Несколько увеличило время пленарного заседания речь спикера губернатора Думы Геннадия Котельникова, который поздравил коллег с получением госнаград и его воспоминания об ушедшем народном артисте Василии Лановом. Эксперты РИА Рейтинг подготовили очередной рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Самое большое количество топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшие граждане Украины. На каком месте оказалась Россия и сколько стоит литр бензина в разных странах, расскажет Евгений Курдов. Он уже у нас в студии. Здравствуйте! В ушедшем 2020-м годовое падение цены нефти составило около 15%. В связи с тем, что стоимость сырья сократилась, розничная цена моторного топлива в странах Европы на начало 2021 года также снизилась. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения. Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах эксперт РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы. Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты около 3100 литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Норвегия с 2700 литрами. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2200 литров бензина. Россия заняла в рейтинге 20 место между Чехией и Грецией. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 912 литров 95-го бензина. Россия опережает по доступности бензина ряд государств Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию. Последнее место по доступности бензина для населения в рейтинге занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 393 литра топлива, что в 8 раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,3 раза меньше, чем в России. Бензин в
Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения. Кроме Украины, аутсайдерами рейтинга являются Белоруссия, Румыния, Литва и Венгрия. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 700 литров бензина в месяц. В абсолютных ценах без привязки к зарплате наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 30 рублей 10 копеек. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 47 рублей 20 копеек за литр. Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Беларусь, где бензин стоит около 52 российских рублей. Четвертое место по дешевизне занимает Украина. В пересчете на рубли литр 95-го бензина автолюбителям в этой стране обойдется в 65 рублей 70 копеек. Далее в рейтинге следуют в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо. Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах – 144,5 рубля за литр. Далее следуют Дания, Португалия и Финляндия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 130 рублей. В большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо. Практически во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин снизились. Рост цен отмечается только в трех государствах – в России, Белоруссии и в Казахстане, что, по мнению аналитиков Риа-Рейтинг, обусловлено снижением курса местных валют, в результате чего внутренние цены устремились к экспортному паритету. При этом в долларовом выражении цена бензина в этих трех странах снизилась. На Украине начались продажи нового внедорожника Lada Niva Travel, который является преемником Chevrolet Niva. Цена базовой комплектации Classic – 353 тысячи гривен. Версия Comfort стоит 368 тысяч, а Lux – 412 тысяч гривен. Это примерно 950 тысяч, 990 тысяч и 1 100 000 рублей соответственно. Для сравнения, в России каждая из этих моделей стоит практически на 200 тысяч рублей дешевле. В самой дорогой комплектации дополнительно есть подушка безопасности переднего пассажира, охранная сигнализация, противотуманные фары, усиленная виброизоляция, водительское сиденье с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла, тонировка, задние датчики парковки, камеры заднего вида, а также мультимедийная система. Как уже сообщала Терра, на сегодняшний день отверточная сборка вазовских моделей осуществляется в Казахстане и на Украине. Собираются запустить производство и в Узбекистане. Летом 2020 года АвтоВАЗ возобновил поставки машинокомплектов на Запорожский автозавод. Предприятие, которое в советское время выпускало легендарный «Запорожец», сейчас входит в группу «Рено». Поставка осуществляется в рамках внутренней кооперации французского автоконцерна. Данных по экспорту за 2020 год пока еще нет, но по итогам 2019-го АвтоВАЗ отправил за рубеж более 50 тысяч машин. Это на треть больше, чем в 2018-м. Основные рынки сбыта – Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Латинская Америка. Житель Тольятти выставил на продажу на сайте Авто.ру необычный лот. Он ищет покупателя на автомобиль Lada ВАЗ-2101 1972 года выпуска. А расстаться с раритетом тольяттинец готов за 15 миллионов рублей. Пробег синего седана составляет всего 62 километра. У этой машины механическая коробка передач, задний привод, а состояние не требует ремонта. По словам владельца, это ранний выпуск без ремней безопасности с комплектующими Fiat. Новый не восстановленный оригинал. В салоне запах нового автомобиля без предпродажной подготовки. Заводские пломбы, этикетки на учет не ставился, уверяет тольяттинец. Как говорится в объявлении, за 49 лет на автомобиле открывалась только одна водительская дверь, а капот и остальные были под пломбами. Это коллекционный автомобиль в таком состоянии, единственный в продаже. Объявление просмотрели более 100 тысяч раз, но с октября прошлого года, видимо, покупатель не нашелся. Лот пока с продажи не сняли. Областная госжилинспекция перешла от предупреждений нерадивых коммунальщиков к штрафам. На этот раз предметами проверки во время рейда безопасности стали наличие тяги в вентканале, санобработка общественных территорий и уборка снега и наледи во дворах. Тему продолжит Ольга Хамракулова. Смертельно опасный угарный газ, в отличие от бытового, запаха не имеет. Поэтому выявить его повышенную концентрацию в воздухе можно только специальным прибором – анемометром. Проверять вентиляцию может как сама управляющая компания, так и газовики. Главная обязанность граждан – пустить домой специалистов. Если тяги в вентканале нет, пользование газовыми приборами абсолютно исключено. Вентканалы проверяются 3 раза в году управляющей организацией. До начала отопительного сезона, во время отопительного сезона и по окончании отопительного сезона. Во время таких рейдов безопасности, которые проводит госжилинспекция, ее сотрудники уже давно перешли от вынесения предупреждений к наказанию нерадивых коммунальщиков. Предмет проверки – не только состояние вентканалов.
Так, за плохую санобработку подъезда в пандемию, начиная с апреля, составлено 474 протокола и наложено свыше 9 миллионов рублей штрафов. Потому областное ГЖИ напоминает, все, к чему может прикоснуться человек, будь то входная дверь, перила или кабина лифта, должны обрабатываться ежедневно. Придя на работу, мы наливаем воду, наводим белизну, порошочек добавляем, специальный обрабатывающий гель. И начинаем обрабатывать сначала ящики, перила, снимаем везде паутину, все. А это другая насущная для самарцев проблема – качество уборки снега на тротуарах и наледи с крыш. После вот сильных снегопадов и ежедневно проводилась очистка придомовой территории на квартирных домов с привлечением техники специализированной. Вот. Также привлекались сотрудники для очистки наледи и сбивания сосулек с многоквартирных домов. Ну, ежедневная работа. Только похвастаться такой ежедневной работой могут далеко не все. В декабре, например, за некачественное исполнение этой коммунальной услуги в ГЖИ поступило 219 заявлений от жителей региона. В свое оправдание многие управляющие компании ссылаются на один бюрократический нюанс по так называемым ничейным землям. Ведь если земельный участок не состоит на кадастровом учете и по нему не заключено соглашение на обслуживание, то убирать его должны именно органы местного самоуправления. Председателем правления Сызранского земского банка с 1 февраля назначен Максим Симонов. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, соответствующее решение принял Совет директоров. Максим Симонов – сын депутата Самарской губернской думы и владельца группы компаний «Криста» Владимира Симонова. До назначения Симонов-младший более 17 лет являлся членом Совета директоров земского банка. А с марта 2020 года занимал должности замначальника управления корпоративного бизнеса. У Максима Симонова есть и свои проекты, например, футбол. Футбольный клуб «Сызрань-2003». Земский банк был зарегистрирован Центробанком в 1994 году. Главным совладельцем 75% доли выступает Владимир Симонов. Ранее ТРА сообщала, что арбитражный суд Самарской области в рамках дела о несостоятельности Сызранского муниципального предприятия ЖЭС арестовал денежные средства и имущество Земского банка. Соответствующее сообщение появилось в картотеке электронного правосудия. Кроме того, обеспечительные меры были наложены в отношении бывшего руководителя МУПа, компании «Энергетик», УК «Центр гарантия», УК «ЖЭС», «Вектор», грузовые перевозки, «Сызрань водоканал», а также других организаций. Николаю Тарану не удалось добиться отмены ареста его имущества по делу о долгах торгово-офисного центра «Вертикаль». Известный самарский бизнесмен обращался с соответствующим иском в областной арбитражный суд. Собственность и доходы Тарана были арестованы в декабре прошлого года по заявлению конкурсного управляющего ООО «Вертикаль» оператора ТОЦ. Истец хотел привлечь предпринимателя к субсидиарной ответственности по обязательствам компании. «Вертикаль» сейчас проходит юридическую процедуру ликвидации должника. Сумма долга компании составляет 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Общество находится в собственности «Роскаткапитал», гендиректором которой является Таран. Ранее он был совладельцем Тольяттинского автовазбанка и финансировал застройку ЖК «Город мира» в Самаре. В июне прошлого года арбитраж признал «Вертикаль» банкротом и открыл конкурсное производство. 27-этажная башня площадью 42 тысячи квадратных метров была запущена в эксплуатацию в 2009 году. Изначально центр контролировался бенефициарами АВБ. Последний вскоре перешел под контроль Московского банка «Траст». В январе 2020 года кредитное учреждение инициировало банкротство центра. Ранее эксперты оценивали стоимость высотки в сумму более 1,5 миллиарда рублей. Почти половина площадей центра сдается под торговлю. Таран теперь попытается обжаловать решение в 11-м арбитражном апелляционном суде. О других событиях в нашей рубрике «Новости короткой строкой». В России в 2020 году количество преступлений с использованием банковских карт достигло 190 тысяч, что в почти в 5,5 раз больше показателей предыдущего года, заявили в МВД. В целом за год количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий превысило 510 тысяч, что на 73% больше, чем было в предыдущем году. Из них 80% совершены путем кражи или мошенничества. Наибольший темп прироста преступлений зарегистрирован в Санкт-Петербурге.
Удмуртии, Ингушетии, Ленинградской области, Севастополе и Москве. Наименьшие в Ненецком автономном округе, Магаданской области и республиках Коми, Карачаево-Черкесия и Адыгея. В полициях пояснили, что динамика совершаемых преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий обусловлена их активно развивающимся применением, виктимным поведением потерпевших, а также возникновением новых способов совершения противоправных деяний. Минпромторг России предложил перечислять нуждающимся деньги на продукты. Помощь от государства могут получить беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также люди, которые находятся в учреждениях социальной сферы, например, в больницах и интернатах. Такой поддержкой для них могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи, отмечают ведомстве. Министерство еще в декабре направило соответствующий проект в правительство. Однако вопрос реализации таких мер пока не обсуждали. По мнению экспертов, власти все-таки задействуют механизм продуктовых карточек. Суть идеи – нуждающимся гражданам начнут ежемесячно перечислять средства, которые следует использовать только на покупку отечественных продуктов питания. Власти считают, что данная мера станет одним из инструментов сдерживания роста бедности. Прокуратура Красноглинского района Самары начала проводить проверку по факту конфликта школьников. 25 января мальчик из мести облил одноклассницу антисептиком и поджег. Предположительно, ссора произошла на почве успеваемости. Школьник хотел подсмотреть текст в учебнике одноклассницы, однако та закрыла книгу. Инцидент случился после уроков на внешкольной территории. Ребенок не пострадал, получила повреждение только одежда. 26 января, по заявлению родителей потерпевшей девочки, органами полиции организована доследственная проверка, результаты которой прокуратура взяла на контроль. Прокурор даст оценку действиям должностных лиц школы, ответственных за урегулирование конфликтов детей и обеспечение их безопасности. В Самарской губернской думе выступили против переноса начала учебного года на 1 октября. Такая законодательная поправка была рассмотрена на пленарном заседании 2 февраля. Авторами инициативы выступили ряд депутатов Госдумы, которые предложили в качестве эксперимента в ряде субъектов Российской Федерации перенести начало нового учебного года на октябрь. При этом парламентарии посчитали, что все сопутствующие финансовые расходы нужно возложить на бюджеты регионов. Эксперимент предлагалось завершить 31 августа. 2023 года. По мнению инициаторов, перенос начала учебного года на 1 октября окажется актуальным из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. В этом случае во многих регионах удастся более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей и создания условий для развития туристической отрасли в бархатный сезон. В Самарском цирке продолжаются гастроли королевского цирка Гии Ирадзе. Во вторник на пресс-конференции руководитель коллектива заявил о презентации новой большой программы с участием огромного количества животных. В масштабном шоу принимают участие артисты российской государственной цирковой компании. Наша съемочная группа смогла увидеть часть нового представления. Подробнее расскажет Максим Магомедов. Новогоднее шоу «Гия Ирадзе» уже посмотрели 20 тысяч жителей Самары. А с 6 февраля зрителей в самарском цирке ждет основная программа «Королевский цирк», главной особенностью которой станет масштабный аттракцион «Дикий мир» под руководством Людмилы Сурковой. Когда мы приехали сюда и гастроли были забронированы, март-апрель, мы отработали только два шоу вот этого спектакля, который начнет с 6 числа. И мы работали 10 месяцев. Потом Новый год. На Новый год не показать новогоднюю сказку тоже было неправильно. И получается, что королевский цирк, а это 18 фур, это состав поезда, все, что мы сюда привезли, ради чего? Поэтому, естественно, наша компания согласовала все, наш гастрольный график. 10 шоу мы все-таки покажем в Самаре королевского цирка Гии Ирадзе. Мы снимаем программу «Легенды цирка», целых 3 выпуска готовим про артистов из королевского цирка. Это говорит о том, что здесь собрались настоящие мастера. Работа с животными в первую очередь основывается на взаимопонимании. Людмила Суркова воспитывает тигров как детей. Как отметил Эдгард Запашный, у Людмилы своя методика мягкой дрессировки. Мы стараемся брать их маленькими. Но вот опять же я рассказывала, чтобы изучить их, чтобы посмотреть, какой у него характер, чтобы они выучили меня, потому что взрослого животного пускать на манеж – это уже тогда вот укротительство.
Обновленное шоу покажут в Самаре всего 10 раз. Уже в начале марта артисты отправятся на гастроли в другой город. Успейте лично увидеть спектакль, в котором гармонично сочетается все. Сложнейшие трюки, дрессура животных, авторская музыка и уникальные декорации. Ну а что заинтересовало самарских пользователей социальных сетей, расскажем в нашем эксклюзивном мультимедийном проекте «Новости блогов». Блогер Игорь Кондратьев заявил, что Самару ожидает дефицит по отдельным видам товаров. Когда прошлой весной после окончания локдауна увидел, как сократился ассортимент продукции, выпускаемой на макаронной фабрике «Верола», расстроился. «Там исчезли мои любимые гнезда», – пишет автор. Как сказала продавец в фирменном магазине, гнезда сняли с производства. В эти выходные заехали в амбар, в Ашан и, гляжу, там изменения. В секциях между печеньями и конфетами сделали проход посередине. Причина – сокращается ассортимент разного печенья, и чтобы пустые места на полках не были заметны, продавцы убирают металлические шкафы, создавая проходы. А еще раньше такие же изменения произошли в ашановском отделе бакалеи. Появился проход, и там тоже перед этим обвалился ассортимент. Особенно по некоторым группам товаров, сортам риса, например. По рассыпной бакалеи тоже минусовка серьезная. Спросил знакомых ребят-производителей. Они сказали, что вообще производство падает. Из-за локдауна и кремлевских контрсанкций из ЕС в Россию перестало поступать недорогое качественное сырье. А потребители не покупают, что попало. Люди предпочитают качество. В итоге цеха сворачивают линии. В паблике «Подслушано Самара» в соцсети ВКонтакте рассказали, что в районе Пятой просеки было обнаружено логово беременной бездомной девушки, пережидающей холода в полуразрушенном здании старого детского лагеря. Девушку зовут Анна, ей 19 лет, по ее словам. Увидев нас, засмущалась, закрылась куском грязного поролона, на котором она, по всей видимости, спит, и попросила уйти. На предложение помощи отказывает, просит, чтобы ее оставили в покое. Рассказала нам, что ее выгнал из дома сожитель несколько дней назад, срок беременности скрывает. Топит снег в старой кастрюльке, чтобы пить. Кажется, что с собой у нее ничего, кроме рюкзака, нет. Девушка просила не разглашать информацию о себе и где она находится в данный момент, чтобы избежать лишнего внимания, в том числе агрессии со стороны бывшего сожителя. Ужасно осознавать, что есть нелюди, которые выкидывают на мороз, в чем есть, не жалея ни ребенка, ни безобидную девушку, пишет автор поста. Ежедневно редакция телеканала «Терра» принимает десятки звонков от телезрителей, и ни одна наша программа не обходится без вашего участия. Совокупная аудитория «Терры» составляет 400 тысяч человек в сутки. В круглосуточном доступе новости Самары от журналистов нашей компании представлены на сайте trkterra.ru и в наших пабликах социальных сетей. Комментарии на злободневные темы, альтернативную точку зрения, острую критику, иронию и юмор вы встретите на нашей странице в соцсети Facebook. Будьте с нами. Впереди вас ждет прогноз погоды, а наш выпуск на этом завершен. Всего вам самого доброго.